Прям погода сегодня хорошая. Жаль, на дальняк никуда не могу поехать. Вот тут на районе решил заехать на один прудик. Попробую сейчас окуня половить. Сейчас поставлю вот эту приманочку, попробую сначала с нее. Цель моя — половить окуня. Очень хочется поймать в этом месте. Именно окуня я тут не ловил ни разу. Знакомые ловили, говорят, он тут есть. Попробуем. День какой? 18 сентября, по-моему. Народ вон купается. Класс. Да вот я пробую окуня поймать. Что-то пока ничего не получается. На эту резинку, да? Ну да, вот. Я понял. Много прошли уже, нет? Ну так полпруда прошел. Вон еще женщина купается. Ну что, попробуйте ее поймать? А почему бы и нет? Как водичка? Холодно? Холодно?
ледяная. Ну что, попробую крэкджек. Ну мало ли. Мало ли. Ну, какая щучка попалась. Да успокойся, успокойся. Успокойся. Эх, сколько в ней, даже не знаю. Но сейчас я ее буду отпускать. Ой, какая малышка. Во. Давай. Yes. Так, это у меня... Что за воблерок-то? Так, какой-то Цурибита. Сейчас уже точно не помню. Весит он грамма 2. Вот на него поймал щучку. Просто случайно ловил окуня. Не, карась здесь есть. Ну, я ловлю, как бы, стараюсь окуня не поймать. Ну, вот он ходит здесь, а поймать не могу. Ну, щучку поймал. Не, на воблер. На воблер. Удачи. Спасибо. Ладно, буду закругляться. Пора уже ехать. Сколько часа? Полтора половил. Вообще окунь бастует, не знаю, что делать. Вот стоишь, он весь под ногами, не крупный, но он есть. Но щучку поймал. Рад. Ладно, поеду домой. Вот такая рыбалка. Погода классная. Вообще ветра нету. Просто здорово. Золотая осень.